Всем здорово-здорово, дорогие друзья, с вами канал 3 в 1, и сегодня я хотел бы показать вам кое-что, да. Сегодня я вам ну, то есть не сегодня, а где-то примерно, ну, 6 числа приобрел вот такой вот пока. Да. С подсветкой небольшой, в самом деле. Ну да, короче, как-то так. Cityline. Экран Philips. Cityline. Экран Philips, как вы видите, клавиши. Яндата, что-то такое вот. Ну, руль Defender обыкновенный. Короче, есть проблемы еще пока с этим всем. Дело в том, что руль-то поворачивается. Все работает здесь, именно, но у меня не работают педали вообще. То есть я их полностью отключил. Они не работают. Сейчас нажимаю на газ. И просто спокойно поворачиваем на руле. Вообще нормально так. Есть небольшие неудобства. Типа там руль не совсем хорошо прям настроен, чтобы так вкладываться в повороты хорошо. Такое себе, если честно. Ну, конечно, Network Speed and Driver. Это понятно. Ладно. Может, какую-то программу, еще что-то. Что-то вы, пацан, говорил, что в такую штуковину можно вставить, а уже получше какие-то там свои процессоры, еще чего-то. Я думаю, нам нужно вставить. И тогда будет работать намного лучше. А так. Ну, я тоже предполагаю, что здесь находится все оригинальное. Лучше в этом ничего не стоит вообще. То есть сейчас вчера играл в GTA San Andreas, и сегодня уже эта фигня пишет, что не найдена какая-то звуковая карта. Какая нахрен звуковая карта? Он что, я сам удаляю, что ли, или что? Сталкер, понятно, работает нормально, но потом он в какое-то время, может быть, не будет работать. Я хрен знает вообще. Вот, смотрите. Я сейчас влезаю, да? Просто убираю Network Speed. Врубаю GTA San Andreas, и вот она. Вот эта фигня. Еще просто нажимаю. И тут написано Grand Theft Auto SA не может найти установленные звуковые карты. Блин, аж читать неудобно. Где-то там. Да, это просто капец, пацаны. Жесть. Это что такое? Да. Я же все понял. Тут программа для установки. Да, совсем ничего не понятно на самом деле. Короче, как-то так, ребят. Клавиши мне бы порадовали. Это хреновая штуковина. Особо же с подсветками, это уж приятно. Короче,
Как-то так, ну ты, да. Очередной ролик с новым компом, что такое, но первого ролика у меня не было. Просто говорю, очередной ролик на Ютубе, нормально, ничего. Всем спасибо за просмотр, всем приятного аппетита, кто ест. Всем доброго утра, кто проснулся и смотрит. Да. Ладно, ребят, всем пока-пока.